Если вы с ним как бы по-доброму ведете себя, улыбаетесь ему, он, допустим, вас, ты с кем была там, вы обнимаете их, говорит, целуете, говорит, только с тобой всегда бывает, только с тобой, мой хороший, и улыбаетесь ему. Потому что если он ревнует, и вы такие как бы шарахаетесь, то он увидит, что так оно и есть. А если вы ласково отвечаете ему, раз поцеловала его, то он сразу же, тут же расслабляется, успокаивается. А? Ну все, нормально, вы сами ответили на свой вопрос. Нет, другого способа нет. А ревность в его сердце – это страх потерять человека. Он в своей жизни, по-моему, даже в прошлой, он, по-моему, чуть ли не оставил тело в результате потери. И в результате ревности этот страх у него в сердце живет сейчас. Он боится потерять просто. Поэтому его надо расслаблять, успокаивать. Если ребенок что-то боится, вы как делаете? Вы, мой хороший, да? И он раз, и он расслабил, и все. Видите, вот когда мы играемся с детьми, у нас даже вопросов не возникает, да? А причина, почему вы играете с детьми, только одна. Это сильная любовь. Точно так же надо понять, что мы такую же любовь должны испытывать и в отношениях с...